Всем привет! Недавно я показывала вам бой против Блазамута Рю с базовыми палами. На ультра-версию прокачивать еще мне была лень, и я пошла без них. А почему нет? Что из этого вышло, вы увидите далее. Всем приятного просмотра! Thank you.
Легче легкого и с большим запасом. Угу. А вот и главный трофей – рога завоевателя. Это точно будет мой любимый аксессуар. Данное видео я никак не обрезала. Все, что использовалось в бою, вы могли видеть сами. Но если у вас все-таки остались вопросы, пишите их в комментариях. А еще хочу показать вам немаловажную часть успеха. Это многоствольная ракетница. Ее рецепт можно получить на нефтяной вышке. Лично я очень рада, что она мне выпала. Отличный помощник в бою. В конце, как обычно, показываю свои игровые настройки. Спасибо за просмотр. Всем пока!